Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами играем в Satisfactory на нашей фабрике. С нами там болтает болтушка, наша Аннушка, которая рассказывает, мол, собирай вот эту херню, она нам очень нужна. Но на самом деле она нам не надо. Мы его собирать не будем, этот артефакт. Как-то так. Отстань. Нам сегодня предстоит заняться обустройством нашего дома на горе. Ну что ж, погнали. Отвали. Я тут между серией после строительства нашей фабрики по производству фейерверков намутил себе трость-дубинку. Теперь можно кого-нибудь задубинить ей. Жаль, тут рядом у нас никого нет. Она производится в мастерской, как оказалось. Ну, из всякой там фигни, не сильно нужной. Так, нам что? Собственно, давайте пешочком пробежимся. И как будто бы мы такие тут туда-сюда, мимо нашего склада. Не знаю, кстати, нам что-то понадобится, не понадобится. Ну, потом разберемся. Так. Нам наверх. И мы такие вот тут, типа, побегали. Набрали себе всякого. И полетели вверх. Херак. Уи. Да, конечно, вот подъем вверх не сильно зависит от того, насколько много у нас там ускорительных элементов. Так. Мы помним, что чтобы добраться до нашей, до нашего хаба, у нас есть специально придуманная гипертруба. Уи! Тут, конечно, идти, блин, два шага. Но мы вот так вот пролетим. Да, кто не помнит, у нас вот тут. Или кто только присоединился, такой вот домик. Внизу у нас там живой уголок. Блин, отсюда вот видно плохо. Ладно, пойдемте сходим. Так сказать, посмотрим, покажем, что у нас там есть. Ну, можно пешочком вот... Хотел сказать, вот так вот тут пройти, но нет. У нас вот так сюда пролетаем. Тут у нас живой уголок. Потом надо будет подумать, как тут завести какую-нибудь живность, чтобы она бегала. Ну, правда, пауков, я думаю, заводить не будем. Но, тем не менее. Тут у нас стоят скукоженные елки. Не знаю, останутся ли они после, скажем так, новогодних праздников. Ну, посмотрим. Ну, не останусь, так не останусь. Будут у нас тут ягодки тогда. Так, уи. Ирак. Сюда, уи. Пройти пешком 2 минуты. Но мы с комфортом пролетим. Хорошо, ладно. Так. В календаре у нас все открыто. Поэтому мы пойдем заниматься кое-чем другим. Хорошим надо вот здесь вот запитать вот это электричество как-то, чтобы оно светило. Но этим мы сейчас чуть позже займемся. Тут у нас, скажем так, заготовка для разводки гипертруб во все направления по нашей фабрике. Надо будет этим тоже потом заняться. Поставить таблички, куда какая гипертруба ведет и все в этом духе. Но прежде чем мы этим займемся, надо кое-что сделать. Я думаю, что нашей фабрике нужно придать какой-то, ну скажем так, чтобы было понятно, чья это фабрика и как бы почему она тут, откуда, кто ее строит, ну и как называется наш канал. Для этого у меня есть мысль вот здесь сделать, скажем так, надпись. Надпись можно сделать при помощи, ну не знаю, кстати, очень странная тень, обратите внимание, видите, почему меня не видно, то есть вот здесь вот, а, вот так видно, на отдалении видна тень только, вот видите, ой, вот этой ксерной дубинки, ну, в смысле дубинки трости, ладно, то есть можно сделать из... Ну, к примеру, вот так вот наставить здесь элементов и покрасить их по-разному. Но это будет дохрена громоздкая вещь.
А FPS, как показывает практика, лучше экономить. Поэтому у меня есть мысль сделать эту надпись из специально выдуманных вот таких вещей. Вопрос только открытый. На чем мы будем это писать? Так, ладно, давайте вначале поставим тебя. Так, как мы это будем писать? Во-первых, нам нужен макет правильный. Что у нас есть? К примеру, вот это. Сохранить. Вместо этого поставим, к примеру, вот так. Наверное, нужно выбрать еще цвет. Цвет мне нравится зеленый. Ядовито. Только, наверное... Или вот так и оставим. Ну-ка. Какой-то он не ядовито зеленый, а какой-то неправильный. Ну-ка, если выключить подсветку. Почему такой цвет странный? Мне не нравится. Так, ну-ка. О, другое дело. Блин, по-моему, он недостаточно большой. Но, наверное, больше мы сделать не сможем. Или сможем. Ну-ка, если глянцевая. В чем разница? Непонятно. Так, автосейв. Ты здесь не к месту. Да брысь отсюда, сказал. Матовое. Ладно, это без разницы. Фоновое изображение нам, наверное... Ну, может быть... Не знаю, а что у нас еще есть? Так. Ну, тоже может быть, но не уверен. Так, ладно, пока что сделаем без изображения. Фон. Ну, наверное, черный стоит оставить, потому что черный он все-таки самый такой оптимальный цвет для фоновых каких-то изображений. Так, скопировать, да? Сохранить настройки, чтобы можно было это как-то туда-сюда вставлять. Так. Это во-первых. Во-вторых, надо не разбиться. Нет, это какая-то маленькая. Это тоже что-то ни о чем. Так, стоп. Рекламный большой щит. 16 на 8. 8 на 4, 2 на 3, 2... Так, 4, 2, 0, 5. Ну, короче говоря, выбор очевиден, да? Да. Предположим. Его нужно расположить. Так, здесь у нас всякое может быть. Значит, это надо так. То есть крайний у нас может быть где-то здесь. Но у нас... Ты ни хрена себе. Дальше, стоп. Стоп. А что, как, куда? Очень интересный способ расположения. Ну, не то чтобы он нам нужен, но просто сам факт того, что он вот так может расположиться. Так, ладно. Надо нам как-то это расположить, да? К примеру... Стоп. Если мы расположим вот так, да? Ну, в целом преемственно, да? Единственное, что по-хорошему бы его бы поставить чуть ниже. Но это ладно, это если что, мы микроменеджментом потом поиграемся. Так, вставить, сохранить. Предположим. Так.
Если мы расположим вот так, вставить так, сохранить настройки, изменить букву, сохранить, рю-рю-рю. Ну, во-первых, у нас оно что-то, по-моему, не поместится. Кстати, надо посмотреть снизу вообще, как это смотрится, потому что это вообще ни о чем. Так, рюган. Ну, во-первых, оно точно не поместится, да? Так, кавабанга. Главное, еще не расшибиться. Так, надеюсь, тут фабрика у меня не обесточилась за время моего отсутствия. Нормально, работает. Ну, честно говоря, не очень. Ну, блин, мне не очень нравится. Слишком большой промежуток между буквами. Так, понеслись обратно. Ой-ой-ой, как-то я... А, не, нормально зацепился. Нет, не зацепился. Ай-яй-яй-яй, твою мать, твою мать. Уф, чуть не разбился. Так. Что с этим можно сделать? Так, ну-ка. Я когда ставил, то, по идее, он может заступать друг на дружку, да? Так, ну вот так слишком далеко. А вот так, ну-ка. Так. Здесь нужен Y, Рю. Слушайте. А вот это, походу, оно. Ну, нет, блин, вообще нужно ближе, конечно же, поставить, но просто ближе я уже не смогу. Он иначе будет друг на дружку заступать. И это будет не классно. Так, ну-ка. Иди сюда. Так, стой. Не, ну ладно, давай вот так. Развернуть. Нет, слишком близко. Подвинуть. Так, тебя отгрызть. Так, вставить. Рю. Сохранить. Ну, блин. Не, ну вот не то, чтобы прям как-то классно, но уже что-то. Ну-ка. Давайте посмотрим, как это выглядит. Давай, 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 давай. Цепляйся. Молодец. О! Слушайте, ну... Это, в принципе, смотрится. Единственное, что их, кстати говоря, можно микроменеджментом сделать больше. Только вопрос, нужно ли? Так, давайте допишем. Допишем всякое. Единственное, что... Опять же, не разбиться вам. Единственное, что... Ну ладно, уменьшить, увеличить это мы еще решим. Давайте вначале допишем слово. Не из трех букв, а в целом как бы чуть больше. Так, Рю. Джей. Единственное, что... Ну-ка, а если это будет маленькая буква? Не, это будет, скорее всего, не очень, потому что слишком мелко будет. Тут... Так, а крупнее это может как-то сделать? Плохо, что нельзя шрифт выбирать, то есть, ну, чтобы оно, к примеру, больше было или еще что-то. Потому что здесь у нас, ну, по сути, я думаю, что крупнее этого мы не придумаем. Так, хорошо. Ты хорош, блин, я не хочу разбиваться. Так, а поместится это тут? Вот у меня вопрос открытый. Так, рюга. Ну, N точно поместится. S не уверен. Так, стоп. Вообще, конечно же, мой основ... Ну, как сказать, рюган S это на самом деле потому, что... Ну,
Просто Рюган это такое уже было занято. Поэтому Рюган С. По сути, если будет просто Рюган, то вполне себе меня это устроит. Потому что вот здесь вот, ну прям получается, что он не вмещается. В целом преемственно. Единственное, по краям вот здесь вот многовато большой отступ. А если... Не, ну тогда между слогами будет большое расстояние. Что тоже не классно. Хотя, в принципе, возможно, это было бы решение, да? Так, хорош падать. Так, ну-ка. Если мы тут все-таки выберем какой-нибудь интерфейс, он, по идее, немножко скроет вот эти, скажем так, моменты, которые между буквами. В принципе, да, схема рабочая. Не то чтобы это нужно, но... Сейчас мы вначале немножечко подоформим. Оно будет как раз скрывать вот эти вот сочленения между этими билбордами. Так, автосейв пошел вон. Угу. Так, так, так. Ну, вообще можно проэкспериментировать, поставить еще один, да? Как говорится, там же никто не помешает это сделать. В принципе-то, ну, оно сюда становится вполне себе, да? Но если оно становится, то кто нам помешает это сделать? Угу. Ну, в принципе, плюс-минус. Тихо-тихо-тихо, не шали. Можем еще немножко сюда сместить, да? Как бы, опять же, кто нам помешает, но, наверное, я в этом смысла не вижу. Единственное, что я вот вижу смысл, да? Так, стоп, где мой... Не сказать, что любимый. Так, 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 так. Надеюсь, я все правильно делаю. Ну, если неправильно... Тихо-тихо-тихо-тихо, не шали. Так, нам нужно вверх-вниз. Ctrl, да? И K использовать. Вот так, да? Снизу ничего не мешает? Не светится, вернее. Угу. Слушайте, а вот так нормально, да? Неплохо, то есть оно заподлицо становится. Если бы можно еще немножечко вперед подвинуть. Если бы вот здесь у нас не было бы вот этого выступа, можно было бы опустить чуть ниже, чтобы оно стало вот, ну, чуть-чуть вот за это, да? Так, ну-ка, а у нас выделение останется, если я верну? Нет, не останется. Ну, в принципе, это несложно вернуть. Так, ты и ты на расстрел, да? Так, давайте через Ctrl еще немножечко на единичку вниз. Так, и нам нужно вперед-назад. Это Alt. Так, K тоже, да? Ну-ка. Alt и еще раз K. Шикардос. Так, здесь у нас что? Здесь у нас нормально, прям как вот
как в аптеке, за подлецом. Так, а с этой стороны что у нас? А, ну мы просто сместили одна... А, смотрите-ка, вот эти стойки, это отдельная тема, ну надо же. Ну и нормально. То есть стойки получается отдельно от самих билбордов. Ну окей. Предположим. Нормалды. Слушайте, мне вот прям нравится, как оно здесь стоит. Можно, конечно, было бы еще что-то здесь вот как-то это замуровать, да? Не знаю, насколько это нужно. Потому что здесь что-то еще сверху делать, ну, наверное, я не буду. Наверное. Так, ну-ка. Валим вниз. Валим, 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 как там на гелике, да? Блин. Вот буква S прям вот. Издалека видно нормально. Но изблизи... Изблизи не классно. Вот от слова совсем не классно. Можно было бы их, конечно же, типа вот, скажем так, лесенкой поставить. То есть один, второй чуть подальше, третий чуть подальше. Тогда можно было бы сместить чуть сильнее. Но я не уверен, что это классная идея. Блин. Ну, видимо, видимо, судьба этой буквы S, скажем так, решена. Или оставить. Блин, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это стрёмно было. Или оставить эту букву S все-таки. Или можно здесь вот еще нарастить вот эти наши фундаменты вот так и поставить. Но нет, тогда у нас вообще тут весь концепт нашего здания, блин, пойдет по известному направлению в известное место. А это не классно. Блин. То есть, с одной стороны, да и пес бы с ней, с другой стороны. Убрать, не убрать, убрать, не убрать. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Дилемма. Не знаю, я в замешательстве. Стоит ли ее оставить, или же... Так, ладно. Давайте еще разок пойдем посмотрим. Надо будет, кстати говоря, тут еще тоже как-то что-то навести порядок, да? Потом, я думаю, нужно будет еще, вернее, наверное, может быть, даже в начале, сделать какую-то кольцевую дорогу, может быть. Пристроить там еще несколько вокзалов на будущее, да? Ладно, это отдельная песня. Отдельный мотив. Но, с другой стороны, оно в любом случае не будет везде одинаково хорошо видно, да? Так, ну-ка. Ну, в принципе, даже издалека очень хорошо видно. Букву S, ну, если вот все-таки сместить сюда влево, то, наверное, она будет снизу видна. А снизу откуда? Вот отсюда, да? То есть ее становится видно чуть хуже. Но при этом. То есть, если мы... Сколько здесь не хватает? Фактически, вот если мы ее сместим до угла туда, то, скорее всего, будет все видно. Ну, как минимум, надо попробовать. Да, чтоб тебя, блин. Тут надо какое-то вот, я не знаю, воздушное электричество, что ли, бросить. Чтоб можно было летать. Так. Опять было стрёмно, ну да ладно. Ну-ка.
Если мы все-таки попробуем сместить, что у нас из этого получится? Так. То есть, если мы, к примеру, чуть-чуть на себя дернем и сюда сместим. Так, у нас тут одна труба, но по большому счету, в крайнем случае, мы эту одну трубу можем нахрен отхренячить. Либо сместить сюда это все. Хотя сместить трубы будет сложновато. Так, ну-ка. Ладно, давайте экспериментировать. Сегодня у нас серия будет про эту надпись, видимо. Ну а что делать? Это нам надо придумать. Поэтому будем все-таки пробовать. Так, влево-вправо это Alt с J. Только надо будет немножко вперед это смещать, да? К примеру, вот до сюда, если мы ее сместим, и получается, нам нужно это подвинуть вперед, да? Нет, это вперед. Вот так. Не сильно прям мы выступаем, да? Ну, как не сильно. С другой стороны, снизу это не видно будет. Но еще с другой стороны, у нас тогда тут получается тихо-тихо-тихо-тихо, полноценно прям симпатично. Ну-ка. С этой стороны сильно накосячили. Ну да, вот эта вот труба получается не к силу, не к городу, как автосейв в данный момент. Так, брысь отсюда автосейв. Но получается, что вот эта труба у нас как бы лишняя, да? Ну, или мы немножко смиримся с тем фактом, что труба немножко как бы не очень классно тут смотрится, да? С другой стороны, это можно все еще сюда вперед сместить. Потому что как бы кто к нам помешает это сделать, по большому счету. Кстати говоря, по-хорошему надо было вот эти вот стойки тоже вместе с этим совсем выделять. Потому что немножко неловко получилось. Я бы сказал, совсем неловко. Так, блин, а если мы... Что мы здесь можем сделать? Мы, по идее, можем это как-то удалить. А как мы можем это удалить? Ладно, не будем удалять. Мы это просто пока что сместим, да? Вместе со всем. Ну, не вместе со всем, а к всему. А то как-то не очень ловко вышло, да? В следующий раз надо будет просто это все вместе смещать. Так, нам нужно что? Alt. Где это было? Здесь? Или еще надо сместить? Так, нет, оно где-то должно было быть посередине, наверное, где-то вот здесь. Ой-ой-ой. Вообще-то по-хорошему надо нахрен просто взять и удалить, чтобы оно просто не отсвечивало. Так, а если я, к примеру, нажму Del? Нет, Del не работает. А жаль. Там наверняка где-нибудь написано, что нужно нажать, чтобы это все удалить. Так, Start Del Selection. Это, по идее, удалить выделенное. А давайте проверим. Ирак. No bad. Не то, чтобы нам это нужно, но, с другой стороны, оно здесь сильно и не нужно.
Ну-ка, там не сломалось ничего у нас? Нет, ничего не сломалось. Нормально. Так, а если мы это еще сместим вперед и опустим чуть вниз? То есть у нас это будет как бы нависать над вот этим. То есть вот посюда это будет. И смещенное вперед. Тогда, по идее, вот это отсюда у нас уйдет. И не будет так, скажем так, несколько мешать концепту. Хорошо, как говорится, за попробовать денег не берут. А если это на халяву, то, как известно, это и уксус сладкий. Так. Опускаемся сюда. Влево-вправо нам не нужно. Нам нужно только на себя. И вниз. Так, на себя это через Alt. Вот так вот. А вниз опустить это через Ctrl. Во-первых, вот. Ну-ка. Так, да, вот примерно так сделаем. Ну-ка. С этой стороны. Блин, вот здесь, конечно, получается не ахти. С другой стороны, издалека, наверное, это будет не очень видно. Так, ну, опять же, не попробуешь, не узнаешь. Так, нам нужно что? Нам нужно через Alt. Вот таким вот макаром. Ну-ка, что у нас из этого получится? Ну, да, типа оно висит в воздухе, но с другой стороны, кто ж нас за это упрекнет? Вот. Вот. Слушайте, а это практически идеальное преступление. Да? То есть с этой стороны мы фактически закрываем. S у нас как раз располагается на тем местом, где у нас не прикрыто вот этой ерундой. Ну-ка. Летим вниз. Соберем за каким-то хреном этот подарок. Слушайте, идеальное преступление. То есть издалека это будет прекрасно смотреться. Вблизи мы там будем бегать, ну, я так скажу, не слишком часто. И даже тот факт, что там немножко вот это залазит внутрь вот этого момента, это не слишком сильно выделяется. Единственное, что надо посмотреть, как это будет выглядеть там внутри. Так, либо мы сейчас тут зацепимся, либо еще раз пролетимся на гипертрубе. Как бы кто нам помешает? Потому что не зря ж мы ее строили, надо немножко покататься. Туда-сюда, обратно. Плюс нам надо как раз в эту сторону нашего здания. И мы тут сейчас кое-что посмотрим. Так, где у нас? У нас получается где-то здесь это, да? А тут у нас как раз вот такая ерунда. То есть тут у нас вообще это... Вообще же, да? Вообще же незаметно. Типа все так и должно быть. Идеальное преступление. Так, а насколько оно еще может быть идеальным? Так, а насколько оно еще может быть идеальным? Так, тихо, не падаем. По большому счету, тут можно было бы это вниз спустить вплоть до этого уровня. Но, наверное, можно так и оставить. Потому что, а какой смысл тогда вот во всех этих наших дизайнерских решениях,
которые были выстраданы, образно выражаясь. Так, ну, можно было, конечно, действительно вот до сюда это все вниз спустить, но тогда у нас будет здесь торчать, там торчать. А зачем нам это нужно? Нам это нахрен не нужно. Издалека мне очень нравится, как это выглядит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Цепляйся. Так, хорошо. У нас есть немножечко еще времени на хронометраже серии. Есть еще один момент, который нам нужно быстренько будет решить. Ну или не быстренько. Я хочу здесь, ну, зажигатель поставить. Так, а ты что дымишь? Это вообще нормально? Нет. Там кусочек чего-то у нас не догорело. Так, иди сюда. Так, иди сюда. Что сюда поставить, чтобы оно сожгло этот кусочек? Так. Не знаю, на какой хрен что это будет. Так. Предохранитель сработал. Все, сжег, нет. Да. Все, я надеюсь, у тебя там все внутри кончилось. Я не хочу, чтобы ты тут это коптила. Все, отлично, отрубилось. То, что нужно. Так, ладно. Я хотел здесь что пристроить? Я хотел пристроить... уничтожитель. Чудо. Ну, вот так это, конечно, вообще не фэншуй. Так, нам нужно что? Нам нужно... где-то здесь, во-первых, пристроить что? Во-первых, пристроить нам нужно здесь логистика. Нет, не логистика. Автосейв пошел вон. Так, организация. Нам нужен контейнер. Как минимум одна штука. Ну-ка, если мы поставим его... Блин, а мы его не сможем, да, поставить нормально? Так, чтобы он красиво здесь стоял. Ну ладно, он будет стоять как раз здесь на краешке. И он, скотиняка такая, чуть выше, чем положено. Ну-ка. Ну, коли уж мы тут балуемся микроменеджментом, мы можем... его немножечко вниз загнать. Да? Я думаю, что да. Потому что кто нам опять помешает в этом? Так. Тебя мы выделили. И контролом. Так. Здесь-то мы его спрятали. Но у меня вопрос в другом. А что будет здесь? А здесь все будет шикарно. Хорошо. Единственный нюанс во всей этой истории. Потому что нам нужно будет сейчас как-то все это соединить с двумя уничтожителями наверху. Так, с двумя уничтожителями наверху. Нам нужна будет логистика. А я не знаю, получится у меня это сделать? Или это не выйдет? Так. Такое впечатление, что оно не зацепится, да? Ну-ка. Да, не зацепилось. Если мы попробуем от обратного танцевать. Так. Это сюда убежало. Прекрасно. Хорошо, слушайте, нормально.
рабочая схема. Так. Это прекрасно. То есть тут оно аккуратно стоит, там не мешает, не светится. Ну, эти нам, я думаю, генераторы, может быть, понадобятся, но крайне-крайне маловероятно. Нам нужно второй туда тоже выгнать. Так, наверное, мы чуть по-другому будем действовать. Иди сюда. Так, это что у нас? Это на вход. То, что надо. Так, будет с небольшим подъемом. Ну. Нет, ну здесь можно от обратного танцевать, по идее. Но он, наверное, все равно же будет с подъемом, да? Да, как ни крути. Тогда не будем морщить лоб и прочие части тела. И сделаем вот так, потому что это не преступление, да? Да. Зато красиво, аккуратно и симпатично все смотрится. По крайней мере, плюс-минус. Так, ладно, компьютер сгорят. Жаль, но не очень. Так. А теперь вопрос открытый. Ха. А где мы здесь поставим два сжигателя? Нет, у меня есть, конечно, идея. Ну, не то чтобы идея, но плюс-минус. Так, стой. А... Чудо-утилизатор. К примеру, вот здесь одна штука. Так. Ну, к примеру, да? Здесь вторая штука. Опять же, к примеру. Ну, потому что у нас тут особо больше ничего не планируется. Что будет? Момент в следующем. Нам нужно это будет как-то соединить друг с дружкой. Так, чтобы это не мешало жить. Единственное, что надо, наверное, заглубить несколько назад. Так, иди сюда. Раз. Наверное, два. Да? Ну-ка. К примеру, на единичку вверх. Раз. Здесь... Да, чертова привязка. Раз, два. Раз. Вот так, по идее, да? Ну-ка. Вроде бы даже... Слушайте, даже ровно. Единственное, что вот здесь мы так, наверное, красиво не станцуем. Хотя... Как знать, по идее должно получиться. То есть тут у нас на раз поднято, а тут на раз два. Вроде бы должно пройти. Сейчас посмотрим. Так, раз, два, вот так. Ну-ка. На единичку вниз, да, надо? А на сколько я подымал? По-моему, на три. Да, чтоб тебе. Да, блин. Так, это в рост. Раз, два. Так. Угу. Параллельно.
Шикар, можно сказать, что дос. Так, сюда забегаем, туда выбегаем. В принципе, все плюс-минус симпатично. А осталось что сделать? Осталось нам сюда затараканить электричество. Электричество где-то у нас тут должно быть. Где-то тут. Тут где-то. Оно у нас вот здесь. Оно у нас... Блин, а как нам сюда его вытаркать? Нам нужно его куда-нибудь... А, стоп. А у нас... А у нас в квартире газ. По идее, вот здесь мы можем себе где-то нахватить электричество. Так, вот сюда, потом сейчас как-нибудь здесь протиснемся и не, что-то как-то не очень, надо чуть повыше, наверное, поставить. Хотя там я точно так же поставил. А, ну или вот так. Вот, да, вот так это будет прилично. Так, и... Иди сюда. Вот сюда. И вот тут. Вот тут. Нам понадобится... Так, где? Вот, ну пусть будет большая розетка. Вот здесь, да? Вот так, сюда. Так, и тут у нас варианты какие? Либо мы просто вот так вот... Да мы, наверное... Или вот здесь им столб поставить. А зачем здесь столб? Чтобы был... Ну, пусть будет столб, чтобы был. Ты сюда, ты сюда. Угу. Так, ну и, блин, надо протестировать. Не зря ж мы это все тут городили. Так, вроде бы ровно со всех сторон. Ныряем сюда. Тут, если что, можно будет поставить второй. Ну, блин. При необходимости. Так, что сожжем? А, ну, во. Чутка листвы. Чутка древесины. Один уголек. Ну, новогодние, блин, побрякушки потом спалим. Так, мототележки пускай пока остаются. Сгорело? Сгорело. Шикардос. Ну что ж, дорогие друзья, мы тут вот немножко насуетили себе таблички с именем. Ай. Так, таблички с именем. А чё так ночью плохо видно? А ну стоп. Да, надо как-то вот так делать. Ну-ка, а если на двойку? Ну это прям вырви глаз. Не, вырви глаз нам не надо. Да, вот так нормально будет. Блин. Надо было сразу об этом подумать. Ну ничего страшного, это не сложно, недолго. Плюс-минус. Нормально. Потом, если что... еще поиграемся. Повторюсь, блин, кто вот этим пользуется? Да ёкарный бабай, это я не знаю. Ослепнуть можно. Хотя она, по-моему, даже на выключенном было нормально, да? Так, вот, другое дело. Ну-ка, пикируем.
Да я сказал, да, не разбиться бы, не разбиться бы. Так, ну что же, это вполне себе преемственно. У нас там есть уничтожение, у нас теперь тут оформлено бренд, оформлен бренд, да, то есть теперь наша фабрика брендирована, сразу понятно, где мы находимся. Не знаю, можно будет, к примеру, их как вариант тем же микроменеджментом увеличить, к примеру, сделать вообще огроменные, но мне кажется, такие размеры вполне себе, потому что вот отсюда это вполне себе читаемо и видно. Можно, конечно, увеличить так, чтобы они были вообще вот, ну, во весь дом размерами. Но, наверное, это лишнее. Ладно, вот на этом моменте я вам скажу до свидания, дорогие друзья. До скорых встреч на нашей фабрике. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Ну и про колокольчик тоже не забывайте.